Ирландская футбольная ассоциация – организация, осуществляющая управление футболом в Северной Ирландии, была организована в 1880 году и изначально контролировала организацию футбольных соревнований во всей Британской Ирландии. Ассоциацию следует отличать от футбольной ассоциации Ирландии, национальной футбольной организации Республики Ирландия, член FIFA с 1911 года, член УЕФА с 1954 года. История. Основание. Ирландская футбольная ассоциация была основана в 1880 году футбольными клубами Белфаста и его окрестностей и изначально создавалась для организации соревнований по этому виду спорта во всей Ирландии. Организационное собрание было созвано клубом Клифтон Виллель и другими футбольными клубами, которые придерживались правил игры, принятыми в Шотландской футбольной ассоциации. На этом собрании, состоявшемся 18 ноября 1880 года, его участники образовали Ирландскую футбольную ассоциацию, ставшую четвертой старейшей национальной футбольной ассоциацией после Англии, Шотландии и Уэльса. Первым решением ассоциация стала организовать ежегодный кубковый турнир по аналогии с кубками Англии и Шотландии под названием Ирландский кубок. Двумя годами позже первый свой матч провела вновь созванная сборная команды Ирландии, проиграв со счетом 0 часов 13 минут сборной Англии. Раскол между севером и югом и образование футбольной ассоциации Ирландии. Вскоре после разделения Ирландии в 1921 году была создана альтернативная футбольная организация – Футбольная ассоциация Ирландии, призванная управлять футболом в Ирландском свободном государстве. Непосредственным поводом к расколу послужил разгоревшийся в 1921 году спор о месте проведения переигровки матча Ирландского кубка между Глентораном из Белфаста и Шелбурном из Дублина. Когда первый матч, прошедший в Белфасте, завершился в ничью, решением ФА проведение переигровки было вновь назначено в Белфасте. Представители Шелбурна при поддержке футбольной ассоциации Лейнстера возразили против такого решения, настаивая на проведении переигровки в Дублине. Разгоревшийся конфликт привел к выходу ассоциации Лейнстера из ФА и образованию на ее базе новой национальной футбольной организации. Создатели ФА были убеждены в том, что управлять ирландским футболом должна организация, располагающаяся в столице Ирландского свободного государства, Дублине. Кроме того, они упрекали ФА в пренебрежении развитием футбола в южной части острова. В то же время сторонники ФА утверждали, что футбольная федерация должна базироваться там, где она была создана, в Альстере, наиболее развитом в футбольном отношении регионе и его столице, Белфасте. Обе ассоциации заявили о своих правах представлять весь ирландский футбол. Национальная лига также подверглась расколу. Сборные каждой из ассоциаций в международных встречах выступали под именем сборной Ирландии и могли привлекать игроков двух конкурирующих чемпионатов. Ситуация разрешилась только благодаря вмешательству FIFA, закрепившей де юре за ФА право на представление в футболе Республики Ирландия, а за ФА – Северной Ирландии. Все результаты и рекорды, ранее достигнутые командами ФА на общеирландском уровне в чемпионатах и кубках, а также на международном уровне, с тех пор закреплены за Северной Ирландией. Ассоциация, член УЕФА и FIFA, как и другие британские сборные, она имеет постоянное место в Международном совете футбольных ассоциаций. С 1960 года штаб-квартира ассоциации расположена на юге Белфаста, в здании на Виндзор-авеню, где ранее проживал Томас Эндрюс. Ассоциация контролирует проведение национального чемпионата и кубковых турниров, а также подготовку сборных команд Северной Ирландии по футболу. Структурная часть ассоциации, ответственная за развитие женского футбола, Ассоциация женского футбола Северной Ирландии, под эгидой которой организуются соревнования чемпионата и кубка страны и проводит матчи футбольная женская сборная. Председатели 1880-1889 Лорд Спенсер Чичестер. Лорд Спенсер Чичестер 1889-1909 Маркиз Ландандерри и Маркиз оф Ландандерри 1909-1912 Александр Томпсон. Александр Эйч Томпсон 1912-1914 Хью Хиган. Хав Хиган 1914-1945 Сэр Джеймс Макелман Уилтон. Сэр Джеймс Макелман Уилтон 1945-1948 Остин Даниэли. Остин Даниэли 1948-1957 Фредерик Кокрейн. Фредерик Джей Кокран 1957-1958 Джозеф Макбрайт. Джозеф Макбрайт
Макбрайт, 1958-1994, Гарри Каван, Харри Каван, 1995, Сэмми Уокер, Сэмми Уолкер, 1995-2007, Джим Бойс, Джим Бойс, 2007-2010, Реймонд Кеннеди, Реймонд Кеннеди, 2010, Н, Джим Шо, Джим Шо.